Моя мечта – умная Молдова. За этим будущее. Я хочу, чтобы в моей стране IT-технологии максимально быстро внедрили во все сферы жизни. Знаю точно, что для этого есть все условия, но нам не хватает стабильности и порядка. Мы все ждем от политиков, что они перестанут играть в войнушку и просто начнут работать. Уверен, что тогда люди не будут уезжать из страны. Скорее всего, я буду голосовать за блок коммунистов и социалистов. Они сейчас объединились и думают о будущем Молдовы.